Всем привет! Сегодняшняя тема «Истина где-то рядом». Итак, тема сегодняшней трансляции называется «Не гуманоиды, не рептилоиды, есть такие фекалоиды». И у них, представляете, у этих фекалоидов, короче, целая фекалоидальная система. Поняли? Короче, тема кайфовая, сейчас всем приколимся. Так, сразу говорю, откиньте весь бред, откиньте все понятия. Мы сейчас подойдем к этой процедуре, короче, фекалоидальной хули, с научной точки зрения. Все, наверное, иногда замечали, а вот повспоминайте, напрягите мозги, такие, знаете ли, фрагменты хорошо запоминаются, но ты знаешь, что ты даже сфотографируешь это, ты, то есть, не сможешь этого доказать, чем фекалоиды всегда и пользуются. А сейчас я скажу то. Вот лежишь, допустим, ты на диване. Лежишь на диване, допустим, в комнате нет никого. И вдруг ты чувствуешь, что по дивану или на диване, или возле тебя, что кто-то по дивану двигается. Понимаете, да? То есть вот ты сидишь, допустим, на кресле, и ты чувствуешь, что кто-то еще его продавливает, короче. И ты понимаешь, что ты не один, понимаете? Но никого нет. А сейчас смотрите, самое интересное будет, это точно. Фекалоиды. Очень злые люди только потому, что они едят что? Фекалии. Представляете? Что такое фекалии для фекалоидов, я вам объясню. Точнее, попытаюсь, чтобы вам было смешно. Смысл в чем? Допустим, возьмешь ты духи. Возьмите просто вот дезодорант. Дезодорант, короче, на. И побрызгайте в целлофановый пакет. Возьмите 50 целлофановых пакетов. Ну не 50, хотя это факт. Даже возьмите, ну 50, понимаете, что одного хватит, чтобы. Вот вы брызгаете дезодорантом в целлофановый пакет. Завязываете его, то есть запах остается в пакете, правильно? Уходите в другую комнату, чтобы где запаха вообще нету. И подносите пакет к носу. И вы поймете то, что дезодорант остается в пакете, и ваше обоняние не чувствует этого запаха. Это говорит о чем? Что дезодорант не проходит никаким методом сквозь пакет. Поняли? Уже интересно, да? Очень интересно. А как вы думаете, если фекалоиды являются вашими соседями? Вот вы думаете, это астральное тело, допустим, присосалось к твоему члену, хули. А может, нюхает или лижет твою попу, короче. Но есть же вот фетишисты, всякие больные люди, понимаете. А вот они фекалоиды, понимаете. И эти фекалоиды, понимаете, могут оказаться вашими соседями. Вот в чем страшно-то, понимаете. Подождите. Уже еще интереснее, да? Я расскажу. Вот смотрите, у каждого человека есть душа. Понимаете? А вы понимаете смысл-то в чем? Что у каждого человека есть душа разная, а есть духовные вампиры, понимаете? Кому-то не хватает души, понимаете? И они эту душу, некоторые, понимаете, находят чужую душу в чьих-то фекалиях, понимаете? Вот представляете, фекалоиды, они вот вампиры, допустим, да? И энергетические. Вот есть, допустим, рутений 106. Это отходы.
ядерных, понимаете, атомных, короче, станций, отходы. Но на этом Рутене летают спутники, понимаете? Также навоз является удобрением. Не выключайте видео, вы будете в шоке. Навоз, удобрение и тому подобное, понимаете? Ну, не знаю, насколько это правда, но, по крайней мере, даже пишут, сколько кал в шоколаде, понимаете? И даже от шоколада женщины становятся умными, понимаете? Женщины. Ну, наверное, у нас есть еще и гомосексуалисты, их можно тоже назвать женщинами, согласитесь? Это же какая-то психология, почему-то люди на это идут, даже мужского пола. Приходим к самому страшному. Вот давайте только с научной точки зрения. Если у вас были такие ощущения, что кто-то задевает и какая-то паранормальная субстанция посещает вашу комнату, вы будете думать, это барабашка. Нет, это домовой. Нет, это ваши соседи. Поверьте мне, это ваши соседи. Если эти соседи являются фекалоидами. Так вот, самая страшная правда в том, что если ты в один пакет брызнешь дезодорант, он не пахнет с другой стороны, потому что пакет завязан. Возьми в этот пакет, короче, просто, грубо говоря, насри. И всем стало смешно, по крайней мере, половине. Но, наверное, городу Шадринску не до смеха. Он напряжен, он покраснел, он вспотел. А фишка-то в чем? Возьми это говно. Ну так это, короче, с научной точки зрения, вот кал сдаешь, допустим, в больницу, в этом же кале копаются, ну так же его и нюхают, правильно? Ну это работа человека. А ты просто проэкспериментируй, что фекалоиды есть, хули, это правда, хули. И это дерьмо будет вонять через пакет. Возьми сразу, не еще один пакет целлофановый, новый, из магазина, возьми 20 штук, короче. 20 штук, пакет в пакет, короче, и этот пакет с дерьмом еще в эти, у тебя будет 21, короче, пакет. Завяжи на узел, короче, и запах будет, хули. А знаешь, почему есть запах у этого дерьма? Смысл-то, то есть душа, вот эта субстанция дерьма с запахом, понимаете, так сказать, души субстанция. Она проходит сквозь пакет. Возьми, потрогай эти пакеты, и у тебя запах останется дерьма на пальцах. Но с какими-то секундами он испарится, потому что это субстанция. Сейчас понимаете? Вроде, блядь, говно, но ёб твою мать, какая правда, сука. Поняли? А сейчас смотрите, самое прикольное это. Это дерьмо проходит сквозь пакет. Короче, когда они нажрутся, блядь, этого говна, хули, они с помощью этого, блядь, дерьма ходят, блядь, сквозь стены, хули, поняли? Догадались, хули. Блядь, делайте ваши выводы, пожалуйста, с научной точки зрения, потому что всегда путали гения, блядь, понимаете, с сумасшедшим, блядь, человеком, хули. Фекалоиды, хули, вам пришел, походу, блядь, облом. И, кстати, фишка-то в чем, хули? Не ходите срать в гостях к соседям, хули.